В Якутске прошел масштабный субботник. Его провели в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия». На улицы вышли руководство республики, трудовые коллективы, предприятия и организации, управление округов. Масштабный субботник прошел на разных площадках, включая Марху и пригороды. Участники акции очистили от мусора детские площадки, старый город, скверы. Сотрудники администрации главы республики провели субботник возле площадки Водяновой и в старом городе. На площадке Водяновой участники мероприятия вскопали землю для посадки деревьев и цветов, очистили берег Талого озера, реконструировали постамент скульптуры карася, привели в порядок мост. А на территории набережной у памятника основателя города Якутска Петра Бекетова покрасили бордюры, провели реставрацию памятника первопроходцам. Здесь решили сделать такую генеральную уборку около памятника Петра Бекетова. Помоем парапеты, помоем сам памятник. Он достаточно уже долго покрыт различными техногенными осадками. Ну и постараемся убрать вокруг памятника и под памятником.